Ассаламу алейкум, берзлой, и приветствую всех на нашем канале. Сегодня в 18 часов откроется наш дуо сервер. Итак, много вопросов в Дискорде и в WhatsApp. Что будет там нового? Будут ли кастомные боссы? Ответы на все эти вопросы вы можете получить в Дискорде в пункте новости на нашем канале. Итак, приступим к краткому описанию сервера. На сервере есть два кастомных босса, один на льду и один на острове Icecrag Island в зиме. А также я добавил других монстров: зараженный строитель, охранник, исследователь и санитар. Из них будет падать обычный лут, и да, не будет, дисбаланса не будет, я все просчитал до мельчайших деталей. Что и сколько будет с них падать, тоже можете найти в Дискорде. А также изменен магазин фронта. Теперь в магазине фронта может купить каждый. Для покупки, к примеру, Big Patch, вам придется отправиться на остров Врензанд, но это маленький круглый остров в пустыне. И там вы должны убивать волков и кабанов, чтобы получить тикеты и монеты на покупку что-либо из фронта. Еще мне писали те, кто играет на iOS, что у них не отображаются кастомные боссы, монстры и скины. А также еще говорили, что магазин тоже у них не отображается. Именно для этих игроков сделал исключение. Админы разместят автомат-боты и в нее вложат товар, что и в фронт-магазине. А также вы получите информацию, где находятся кастомные монстры и боссы. Просто не посещайте те места. В будущем надеюсь, что разрабы пофиксят это и устранят неполадки в нашей любимой игре. Итак, правила нашего сервера. На нашем сервере запрещены, еще раз повторяюсь, строго запрещены маты и оскорбления в общем чате. В противном случае получите мут на 3 дня, а может быть и до конца вайпа. В случае оскорбления админа сервера, бан до конца вайпа. За ваш ЛС мы не отвечаем и просим не беспокоить, что вам в ЛС писали то, писали это. Это не наше дело и нам это не интересно. Наша задача следить за порядком на сервере, чтобы вам было комфортно. И да, те, кто пишет, почему это так сделали, это не так. Уважаемые умники, если вы такие умные, создавайте себе сервер, как вы хотите. Мы не нуждаемся в ваших заумных и кайфовых только вам идей. Я никого не зову на сервер, не прошу никого играть. Ну а если хотите честную игру с кучей ивентами, с интересными нычками, с позитивом и адекватным сообществом, то добро пожаловать. Будем только рады. Итак, что насчет правил-то? Человек, который будет выдавать себя за админа, получит бан на всех наших серверах. И он больше никогда не будет допущен на наши сервера. Обнаружение трио, тимы, больше двух сокланцев сразу будем банить без предупреждения. То есть двух сокланцев имеется в виду, если на сервере будет три игрока в одном клане, то этих троих мы сразу же будем и банить. И что на сервере? Торговля строго запрещена. Торговать можно только через торговые автоматы. В ином случае бан. Ну, у меня все на этом. Не забудь подписаться на наш канал, если все еще не подписан. Ставь лайк и жми на колокольчик, чтобы не упустить новых выпусков. И да, напиши в комментариях. Что тяжелее, 1 килограмм воды или 1 килограмм ваты? Жду ответа. Всем пока, с вами был Борзов.